Фотограф из Австралии Джейк Сноу сделал, похоже, одно из самых романтичных предложений, которые мы когда-либо видели. Во время путешествия по Турции со своей девушкой Мэри Фе он договорился, чтобы в небе одновременно поднялись более сотни воздушных шаров, и под предлогом обычного фото на фоне этой красоты встал перед избранницей на колено. Парень признался, на подготовку ушло больше месяца, и добавил, самое сложное – удержать задумку в секрете. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance. Что не так с этим ведущим? Все просто, он не настоящий. В Китае на международной конференции, посвященной интернету, показали первого в мире виртуального ведущего. Он нужен, чтобы экономить на зарплатах живым людям. Ведь такой диктор может работать 24 часа в сутки без перерывов на обед и отдых. И что говорить, он до жути реалистичен. Также программа не допускает ошибок, что позволяет записывать выпуски передач с первого дубля. Невероятного огромного морского червя сняли на видео дайверы в Новой Зеландии. Ныряльщики заметили под водой странный желеобразный организм. Сначала Стив Хэтуэй и Эндрю Баттл подумали, что это пластик, засоряющий океаны. Но присмотревшись, обнаружили, что это не так. Рядом с ними живой организм. Оказалось, огромный червь не единый организм, а колониальный. В его состав входят сотни подводных обитателей, которые собираются вместе. Существо в итоге определили как огромную пиросому. Из всех необычных существ в океане гигантские пиросомы, безусловно, одни из самых странных. К тому же они настолько редки, что для дайверов они подобны единорогам. Снять их удалось всего несколько раз. Британский художник Роб Хёрд к столетию окончания Первой мировой войны создал инсталляцию из 70 тысяч фигурок. Каждая символизирует солдата или офицера, погибшего в битве на Соме во Франции и непохороненного. Все фигурки художник делал сам на протяжении 4 лет. Только 18 месяцев ушло на то, чтобы обернуть их тканью. По словам Хёрда, так он хотел хотя бы приблизительно показать размеры потерь одного из самых кровопролитных сражений в истории. В нем в 1916 году были убиты и ранены более миллиона человек. Четверо жителей Владивостока, которые пытались перейти Золотой мост, притворившись автобусом, стали интернет-звездами. Боже, не трогайте их. Зачем это сделать? Десятки пабликов в различных соцсетях публикуют кадры, как молодые люди, надев на себя напоминающую автобус желтую коробку, пытаются пройти по мосту, закрытому для пешеходов с 2015 года. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.